Вот вопрос к аудитории. Для того, чтобы нам было интереснее здесь с вами общаться, вы знаете, что вы думаете? Давайте, может быть, Екатерина, спросим у кого-то из зала, пока мы не совсем замерзли под кондиционером. Все-таки для вас, коллеги, мы здесь общаемся как раз коллеги с коллегами, для вас этот год с точки зрения маркетинга какие ожидания несет? Спасибо.